Возглавила заседание секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Майя Гришина. В своем выступлении она рассказала о ходе избирательной кампании и подготовке к единому дню голосования. Особое внимание присутствующих обратила на нововведение. Помимо наблюдателей от кандидатов и политических партий, теперь на участках могут присутствовать наблюдатели от общественных палат, от Российской общественной палаты и палаты края. При этом это не значит, что это только члены общественной палаты, а это все те, кого общественная палата наделить соответствующим мандатом. В ходе встречи присутствующие в зале секретари избирательных комиссий обсудили текущие вопросы. Традиционно в день голосования на всех избирательных участках будут работать камеры видеонаблюдения. Любой житель города в онлайн-режиме может посмотреть ход голосования и подсчет голосов. Напомню, выборы президента Российской Федерации пройдут 18 марта 2018 года.